В 87 году меня уже был сын Магомед. В 88 году, через год, на вселенной родился Хабиб в 88 году. В 91 году дочка, трое детей. Отец у меня тренер, сколько я себя помню, я помню его в первую очередь как отца, конечно, но также он в моей жизни сыграл очень большую роль как тренер. И я думаю, что для него это не было таким легким делом, воспитывал меня, наверное, как ученика и как сына. Это очень тяжело, потому что я сам. Сейчас я являюсь отцом, но я тоже есть сын. Я примерно сейчас понимаю, что он чувствует, да, ко мне. Но очень большой русский. Так что я думаю, что мы все должны тоже состояться на себя. Еще плечи еще руки у тебя. Что? А ну сзади еще раз надо спину показать. О, бомбочка, бомбочка. Не, когда вдруг там надо будет поймать из стоп. Я детство вспоминаю, когда я помню песни из Memories. Полтора года уехал, 4 года обратно приехал на год, я здесь. Я думаю, к этому времени деньги для нас не будут иметь ничего. Я считаю, вот этот мир через окно, где я родился, эта история меня будет устраивать. Я знаю, что я смертный, все отхватить денег не смогу. Но то, что сделал я историю для своего малого и для семьи, во всем мире для смешивания, я могу себя считать, я сполна отдался. Thank you.
Oh.